Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ставе», як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Володимир Євтушенко, депутат Миколаївської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань транспорту та директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Добрий вечір. Добрий вечір. И так, Владимир Викторович, рады приветствовать вас в нашей студии. Есть несколько интересных тем для разговора. Начнем, очевидно, с Николаев Электротранса. В прошлую пятницу представили два восстановленных троллейбуса, сообщили, что восстановление проводилось силами работников предприятия и что практику восстановления планируете продолжить. Машины, которые были представлены, как быстро они выйдут на линию, либо, может быть, уже вышли, и, собственно, сколько еще планируете восстановить? Ну, ситуация такая, что с деньгами сегодня у нас не очень добрая в бюджете. Понимая все это, я проповедую это среди коллектива работников о том, что надо то, что мы имеем, беречь и постараться продлить сроки ее эксплуатации. Беря пример других городов, вы знаете, Одесса там постоянно презентует новые трамваи, Винница презентует новые троллейбусы. Иван Вранковск, мне пришлось вот перед тем, как мы вошли в стадию ЕБРР, объехать по приглашению директоров электротрансов, нашей корпорации электротранса, которая находится в Киеве. Я побывал в Ивано-Франковске, в Виннице, в Житомире, где презентовали сами предприятия свои возможности в плане восстановления и поддержания на техническом уровне технику свою. Я знаю, что в Николаеве такого никогда не делали. И когда я предложил это делать у нас, все были очень, так сказать, даже не столько удивлены, сколько огорчены этим предложением. Почему огорчены? Ну, как мы это можем сделать в условиях наших? И мы это сделали. Причем с малой кровью, с малыми затратами. Машинам больше 30 лет, я правильно больше понимаю? 30 лет, да. Но 89-го года, вот эта 34-я машина, которая была полностью уже развалена, вся рама там, началось, то есть, за рамой, в принципе. Что она вся, так сказать, была изношена. Ну и вот мы доказали, что мы можем это делать. Сейчас у нас уже на выходе трамвай практически, который мы тоже скоро будем презентовать и показывать жителям города. А самое главное, это то, что коллектив поверил в эти возможности. Для меня это очень приятно. И когда они увидели этот троллейбус, 34-й, так мы его называем, кодовое название, когда они увидели то, что они сделали своими руками, а мы сделали все на нем, начиная от рамы, заканчивая мостами, все перебрали своими руками. Осталась там только нетронутая крыша. Все остальное там изменено. Ну, то есть там везде были проложены руки. Особенно салон. И вот у нас это получилось, еще раз говорю. И сейчас этот троллейбус будет еще лет 10 спокойно работать на дорогах Николаева. Ну ладно, крыша, салон, а собственно там такие узлы и агрегаты, которые, ну, узлы, агрегаты, которые, конечно, связаны непосредственно с тем, чтобы машина двигалась. Да. Это с каких-то машин-доноров брали? Или, они, или их можно приобретать? Мы можем приобретать. У нас появились очень хорошие спонсоры, которые нам послужили примером для этого. Это Молдавия. Они вообще берут каркас трамвая, условно машина детали, в Беларуси покупают за свои деньги. Бюджет выделяет им деньги. Мало того, они привязывают это к новостройкам города Кишинева. То есть центр города, работает электротранс. Дальше идут новострои. Коттеджные, многоэтажные. И очень много молодежных новостроев, в большинстве своем, именно молодежные. И туда пускают электротранс. И для тех строителей, которые берут площадки по застройку, они их предлагают им инвестировать. Именно троллейбус, закупку троллейбусов. И они в бюджет города вкладывают деньги перед началом строительных работ, при получении муниципальных умов. Это есть инвестиции. Частично они, частично город, и получают троллейбус. В год они собирают своими силами до 20 новых троллейбусов. Они покупают на БКМ запчасти. Основное, они поставили упор, то, что они берут в Беларуси, это детали.
с троллейбуса, а основное, то, что они сами разработали, это система управления, которая позволяет им экономить электроэнергию. Вот то, что мы сейчас внедрили в себя в 22-м трамвае, у нас ездит трамвай с молдавской системой управления, который стоял 4 года без движения с момента закупки в 2015 году. И вот в 2019 мы его запустили с помощью молдаван, которые продали нам систему управления. То же самое мы делаем и с троллейбусами. Мы покупаем у них новые конденсаторные установки, мы покупаем у них новую электронику, которая позволяет нам тоже будет экономить на применении троллейбусов в движении с электроэнергией. Сколько еще машин планируете таким образом восстановить? Ну, практически у меня состоит в РМ две машины, которые стоят на капитальном ремонте. Это троллейбусы или трамвай? Троллейбусы. Угу. Именно два троллейбуса, которые стоят уже в разработке такой. Они уже идут уже, скажем так, в середине завершения этой работы. На середине этапа они находятся. И мы сейчас тягач делаем в троллейбусном депо, тоже с самими силами, уже работники депо это делают. То есть люди поняли вкус этой работы. Мы за счет этого немножко увеличили штат, добавили сварщиков, добавили слесарей, ремонтников, кузовщиков, маляров, сделали малярный бокс, который позволяет нам красить троллейбусы. То есть поставили там камеру, создали, поставили вентиляцию, надув-выдув, то, что должно быть необходимо при покраске, создали температурный режим необходимый, ну и совершенствуем это все. И занимаемся этой работой. В какой сейчас стадии работа с Европейским банком реконструкции и развития? Много было сказано, что вот, к сожалению, за бюрократической всей этой историей антимонопольный комитет как-то там вот все это сдвинулись сроки. Но теперь мы видим, что антимонопольный комитет одобрил эту работу. Как теперь, что сегодня происходит? Потому что речь идет о закупке новых 60 машин, 20 из них с автономным ходом, реконструкциях определенных, там, техническом обновлении всего хозяйства. Поэтому что с этим? Вы знаете, я сначала говорил откровенно об этом, и меня поднимала такая буря восторга. А сейчас вот я стараюсь говорить об этом меньше и тише. Почему? Объясню. Потому что, к сожалению, у нас все связано с политикой. Вот я больше всего этого боюсь. Вы знаете, этот проект, это проект не Евтушенко, это проект не там другого какого депутата. Это проект, скажем так, на сегодня это Сенкевич. Это была его инициатива в 2016 году. В 2017 году вы знаете, что было, да? Сенкевич ушел. Или мы его ушли. Ну как, ушли? Ушли, да. Я поправился. Сегодня он снова занимается этим вопросом. Интенсивно занимается, нельзя не отдать ему должное за это. За его энергию, за его желание добиться этого результата. Он сейчас занимается... В понедельник он уезжал в Киев, я смотрел публикацию его там, интервью о том, что он поговорил, общался с ЕИП по 50 автобусам и по троллейбусам с ЕБРР. Я сегодня разговаривал с ЕБРР, мы со своей стороны, мы предприятие «Электротранс», делаем все для того, чтобы этот проект осуществлен был, но практически мы сделали невозможное. То, что казалось, нас критиковали там некоторые коллеги, или партнеры, сегодня это уже затихло. То есть «Электротранс» сделал свою работу. Мы прошли аудит, мы прошли все, что от нас требовалось. Мы показали свои основные, показали свои возможности, показали свое техническое состояние трамвая, троллейбусов, то есть что ремонтную базу показали, показали наше депо, которое мы там приводим в порядок. Ну, все то, что я бы уже перед вами выше говорили. Сейчас вопрос, вы говорите, антимонопольный комитет нам погодил. Ну, это мы читаем. Я же вот как раз, собственно, хочу уточнить. Ну, тут немножко ситуация не такая. Ситуация немножко не такая. Вот меня вот это больше всего убивает. Что, казалось бы, есть жители города, есть город Николаев, да, есть мэр, есть депутаты городского совета, которые поддержали эту инициативу. Ну, практически дважды на сессии депутаты поддержали эту инициативу, предложенную мэром. Дали гарантии. Дали согласие на этот кредит. Многие города Украины это делают. Это делает Винница, это делает Умань, это делает Черномир, это делает Львов, это делает Ивано-Франковск, Одесса, Херсон, там в частности какие-то тоже у них там проекты есть. Многие города этим занимаются. У нас немножко все как почему-то посложнее. И я вот, понимая все это, могу сказать следующее, что то, что требует от работников «Электротранса»,
управление ветранса и то, что делает мэр города, мы сделали для себя все возможное. Рассчитываем на, скажем так, благополучный исход этого вопроса. И хотелось бы, чтобы антимонопольный комитет в этом вопросе не затягивал эту проблему, не создавал нам проблем. Есть, правда, одно «но», которое мы должны рассмотреть, и мэр в понедельник буквально, я все-таки довел этот вопрос до мэра, что антимонопольный подымет и подымал в своем требовании при согласовании этого вопроса. Что это такое? Это нужно показать правильный доход финансирования предприятия «Электротранс». То есть не в той системе, как это было раньше. Мы ходим и просим денег на электроэнергию, за льготные перевозки. А сделать это так, как делают другие города Украины, в том числе и под этот проект ЕБРР. То есть здесь должна быть идти по системе постановки Кабинета министров. Гривна километр. Город, создав предприятие «Электротранс», заказывает услуги по перевозке пассажиров. Составляется тарифная составляющая с учетом рентабельной затраты выполненных работ, где и зарплата водителей, где электроэнергия, где состояние и содержание предприятия. И мы подписываем договор с Мирской Радой, с городом, с мэром предприятия «Электротранс». И таким образом у нас этот вопрос стабилизируется. У нас не будет проблем по финансированию предприятия. А гривна километр, это так условное название? Нет, это или, есть... Или, ну, на самом деле, там, условно говоря, 60 копеек, или гривна 20, или 2 гривны километра, потом все-таки по факту получится. Я вам докладываю по этому поводу. Есть специальная формула, которая прописана в этой постанове Кабинета министров, которая включает в себя основные затраты себестоимости 1 километра. То есть... Наша какая задача предприятия? Не считать пассажиропотоки, как мы это делаем. Не тратить деньги на содержание контролеров, кондукторов по продаже талонов. Многие города Украины перешли на другой механизм решения этой проблемы. То есть на электронное обеспечение. Есть такая система, да? Электронного билета. Есть валидаторы, которые устанавливаются на трамваях, троллейбусах. Есть фирма, которая на конкурсе... становится победителем. Многие разные по-разному делают. Житомир по-своему делает, Ивано-Франковск по-своему делает, Винница по-своему делает. Привлекает туда тот же банк ЕБРР, который принимает в этом участие. То есть они поставляют, они контролируют работу этих касс, ревалидаторов. Они контролируют эти деньги. Они занимают. Наша задача выполнять все в соответствии с договором. Вовремя выехать на маршрут. Трамвай должен или троллейбус быть чистым, исправным. И выполнять свою работу. Водитель должен быть аккуратно, красиво одетым, выполнять, вовремя приехать на остановку, вовремя уехать с остановки. Выполнять ту работу, которую мы должны выполнять. То есть перевозки пассажиров заниматься. Но Николаеве как-то вот эта история с валидаторами, она как-то тяжело идет. Весь вот опыт прошлого года, позапрошлого, если не ошибаюсь, как-то оно все не идет. Ну, мэр что после того, когда была проблема с конкурсом, выиграл, объявился победитель. Исполком раз заслушивал этот вопрос, не принял. Второй раз заслушал этот вопрос, не принял. И в третий раз он заслушал, не принял. Решение по тому, чтобы этот победитель приступил к выполнению своих обязательств, проговоренных в конкурсе. То есть услуга валидаторов, контроль, съем денег и так далее. То, что там прописано было. Исполком не согласился. Мэр принял решение пропустить этот вопрос еще раз на конкурс. Ну, надеемся, что вот этот конкурс даст выявить нового победителя, с которым все согласятся, все, скажем так, всех это будет устраивать. Когда конкурс? Ну, я, насколько я понимаю, где-то вот в феврале месяце должен пройти конкурс. Я правильно понимаю, что вся эта история так или иначе может влиять на решение антимонопольного комитета окончательное, а соответственно и на дальнейшее согласование проекта? Сказать, что этот вопрос влияет именно на кредитование ЕБРР, нет. Вот этот вопрос точно нет. Но что касается финансирования предприятия «Электротранс», чтобы оно было мобильным, прозрачным, это точно. Возможно, будут претензии со стороны антимонопольного комитета. Потому что подписанты договора по этому кредиту является предприятие «Электротранс», которое отвечает за погашение этого кредита и за выполнение условий кредита, кредитования. А город дает гарантии.
И это должно быть прописано в наших обязательствах. Я считаю, что самый вопрос, который решает всю эту проблему, эта проблема решается только одним способом. Гривна, километр. С учетом себестоимости всех затрат, которые присутствуют на предприятии. Сколько денег просили для предприятия в бюджете города Николаева на 2020 год и сколько заложено? Значит, мы просили, то, что мы просили, нам заложили на зарплату. Бюджет был принят в декабре месяце был принят бюджет. Что касается электроэнергии, что касается содержания предприятия, к сожалению, вопрос был не рассмотрен. Разница сколько десятков? Разница примерно в 60 миллионов. Недофинансирование. Как планируете решать эту проблему? Я думаю, что мэр сегодня, вот в понедельник буквально этот, нас услышал наконец-то. Дал распоряжение по этому поводу. И мы перейдем, когда на гривну километр, мы учтем это. Сейчас мы включим в договор те деньги, которые нам выделили по бюджету, с учетом этой тарифной ставки, составляющей по километру. А затем перераспределение бюджета. Мэр дал такое распоряжение, говорит, давайте вот эти деньги включим, допустим, там, на сколько нам хватит по гривну километр? Там, на 7 месяцев, на 8 месяцев, до октября месяца. Мы подписываем договор, но договор заключаем на год. Потом при перераспределении бюджета мы будем смотреть, как решить эту проблему дальше. Это очень хорошее решение, очень правильное и временно, так сказать, выполненное. Появилось на преступности нет интервью с городским головой, и там он признает, что после того, как была поднята стоимость проезда до 5 гривен, у вас упал пассажиропоток. Но точных цифр он не называет, он отсылает к руководителю предприятия. Какая у вас ситуация вот с этим? Смотрите, за счет того, что мы подняли тариф, что сегодня произошло на предприятии? Я хочу обратить на это внимание, чтобы это все понимали горожане тоже. Мы по постанове Кабинета министров вошли в два положения по поднятию прожиточного минимума. Мы, благодаря тому, что мы перешли на 5 гривен, мы дополнительно получили 700 тысяч дохода ежемесячного на предприятии. И эти деньги мы распределили на зарплату людям. Эти деньги ушли на зарплату людям. То есть в деньгах мы не потеряли. Вот это важно. Мы не потеряли. Кроме этого, мы погасили частично вот те подъемы электроэнергии, которые были несколько раз тоже на протяжении года происходили. То есть практически мы дали на зарплату около 400 тысяч, добавили зарплату людям в зарплату, и 300 тысяч мы добавили за погашение электроэнергии. То есть сказать, что мы потеряли, нет, мы только приобрели. Что упал пассажиропоток, он упал не поэтому. И пусть горожане меня простят за это. Он упал потому, что трамваи и троллейбусы, которые 40 лет эксплуатировались на предприятии «Электротранс», а люди стали замечать по-другому это все. Они говорят, мы вам платим, мне звонит один наш пассажир и говорит, работник «Зари», это было в октябре месяце, я вам плачу 3 гривны за то, что вы установили такой тариф за проезд. Пожалуйста, подайте мне трамвай чистым, без грязи внутри. Мне неприятно за то, что я плачу, если бы я бесплатно ехал, я бы, может быть, не возмущался. Но то, коль я вам плачу, вы установили 3 гривны, значит, пожалуйста, подайте мне трамвай чистый, и я, чтобы мог нормально сесть на сиденье и спокойно проехать до места своего желания. Сегодня какая ситуация у нас? У нас сегодня очень многие трамваи, очень многие троллейбусы ездят без обогрева. Наступила зима. Люди пытаются укрыться туда, где тепло. А не то ехать в трамвае там 20-30 минут, где холодно. Мы сегодня занимаемся этой проблемой. К сожалению, проблем на предприятии очень много. И старые трамваи, и старые рельсы, и старые троллейбусы. И мы сегодня решаем эти проблемы. То, что мы с вами говорили по поводу реконструкции троллейбуса, то, что мы сейчас уже делаем по реконструкции трамвая. Мы сейчас закупили 50 печек, установим эти печки на трамваях и на троллейбусах, чтобы эти трамваи и троллейбусы тоже были обогреваемы. И тогда люди снова будут ездить в трамваях и троллейбусах. Я понимаю, что 5 гривен, наверное, это много. Но содержать трамвай, содержать троллейбус бесплатно мы тоже не можем. А когда мы перейдем на вот эти дистанционную систему расчетов, может и 5 будет мало? Я могу ответить на вопрос следующим образом. Мы же с вами идем в Европу. Европейские стандарты требуют хороших услуг. Доходы горожан немножко отстают от европейских стандартов. Ну, смотрите, мы же поменяли президента, да? Который гарантирует нам хорошую жизнь. Давайте будем надеяться. Мы же надеемся сейчас на то, что эта жизнь хорошая будет. И что будет у нас достойная заработная плата. И что люди будут возвращаться из-за границы. Мы же на это рассчитываем.
Мы рассчитываем на заявление нового президента. И ждем, когда это произойдет. Я в частности тоже на это рассчитываю. Хорошо. Хорошо. 17 января Александр Стадник, глава Николаевской областной государственной администрации, сообщил у себя в Фейсбуке, что, собственно, к нему пришли работники вашего предприятия и жалуются на давление. Вот. Ну и, собственно, не могу не спросить, что у вас происходит? Действительно ли приходили люди к губернатору? Если да, общались ли вы с губернатором, общались ли вы с людьми, что думает профсоюз? Ну, собственно, что? Вы знаете, для меня это очень огорченный такой момент, который связан с тем, что я, как руководитель, придя на предприятие, я заботился о том, чтобы у людей были зарплаты достойные. Я, кстати, хочу вам сказать, что среди коммунальных предприятий города Николаева, Николаевской области, у нас на предприятии, в сравнении с водоканалом, облтеплоэнерго, кто там еще у нас, там, коммунальные предприятия, любые возьмите, у нас самые высокие заработные платы на электротрансе. То есть за тот время, за тот период времени, который я нахожусь на предприятии, выросли зарплаты, ну, примерно где-то до 3000 у каждого работника. 2500-3000. У вас даже выше, чем у Николаева Постранца? У нас даже выше, чем... Да. У нас даже выше, чем у Николаева Постранца. И мэр это понимает, идет навстречу. И депутаты это понимают, идут навстречу. Но только не понимают это те, кто вот пошли к... губернатору. Я очень огорчен тем, что произошло, очень огорчен. Вы с коллективом общались по этому поводу? Конечно, я не только общался, я общаюсь с ними каждый день. Я, можно сказать, от этого руководителя профсоюза, который у нас работает 40 лет, не меняется. 40 лет, женщине уже 70 лет. Она руководитель профсоюза, которая, к сожалению, своей работой, как на должном уровне заниматься должна была бы, она так 40 лет, за 40 лет и не научилась этого делать. Общаться с людьми, доводить до людей, рассказывать людям. Она сегодня борется не за людей, она сегодня борется за свою должность. И губернатор она пошла только из-за этого. Потому что она даже туда пошла, там не все были работниками предприятия. Там даже были те, кто не работает на предприятии, а рядом с ней. Которые ее сопровождали туда. Почему? Не знаю. Работники предприятия, профсоюз предприятия, никто не уполномачивал уважаемого правком идти к губернатору. То есть она не брала дозвел или там согласие от профсоюза или правкома электротранса идти к губернатору с какой-то либо жалобой. Я, честно говоря, я не знаю, с чем она туда ходила. В чем ее понимание притеснения? Она обратилась ко мне с некоторыми там водителями о том, чтобы мы подняли зарплату по согласно Галузевой угоде. Кстати, ни один электротранс Украины не поднял еще по Галузевой угоде, по последней, заработную плату. Мы рассматриваем сегодня этот вопрос в стадии того, что мэр сейчас дозволил нам, дал разрешение перейти на гривнокилометр, и мы перейдем. Я думаю, что в марте месяце мы выйдем на эту Галузевую угоду. И когда они пришли ко мне и с этим требованием дать нам зарплату, да повысить еще в четвертый раз, я им сказал, что у нас пока нет средств. И мы являемся... дотационным предприятием на сегодняшний день, к сожалению, от города, мы зависим от бюджета города. И сегодня вот так вот раз и решить, как вы хотите, у меня не получится. Поэтому давайте ждать. Они начали там парать на горло. Я попросил их покинуть кабинет. В этом произошли какие-то нестандартные непонятности. Почему они решили идти к губернатору, я не знаю. Мне звонил губернатор, мы с ним общались в телефонном режиме. Я ему в двух словах объяснил ситуацию. Я сказал, что это не я связан с зарплатой людей. У людей все нормально с зарплатой. Они получают зарплату, имеют работу, ремонтируется техника. Все выходят на линию, не останавливаясь, работают спокойно. По сравнению с тем, что было раньше, до моего прихода на это предприятие. Они раньше вообще выезжать не могли, потому что все было поломано. И если за свои деньги ремонтировали, то выезжали. То сегодня это все стабилизировалось. Поэтому я не вижу проблем в том, что есть на предприятии какие-то нюансы или какие-то несогласия. Я думаю просто, что эта женщина решила остаться на прежней должности керевника профсоюза. На что я считаю сегодня, я могу сказать с экрана вашего телевизора, что я думаю, что мы создадим возможность альтернативы, чтобы не только она выдвигалась в лидеры профсоюзов, а будет несколько претендентов. И кого люди выберут? Выберут ее, посчитают нужным оставить ее. Это право работника. Я прошу прощения, по логике так и должно быть.
Не вы, так мы так и делаем. Мы не нарушаем нигде ничего. Я мог бы об этом очень много говорить. О том, что нет объединения, нет консолидации, не работает профсоюз в этом отношении. О том, что нет понимания проблем города, понимаете? Я же как депутат, это остро чувствую все. Я же понимаю, когда прихожу на сессию городского совета, там голосуется бюджет города, и бюджет этот выделяет деньги для электротранса, поверьте мне, я вынимаю даже свою карточку. Мне стыдно, потому что я понимаю, что там есть дороги, там есть крыши, там есть облтепло, которое не получает зарплату. Но это месяца. Не вопрос стыда, это вопрос некого конфликта интересов, возможно. Это нормально, что вы вынимаете карточку, ну, или, это не, только, или не голосуете. Виталий, это не только конфликт интересов, это еще и понимание того, что мои коллеги меня понимают и поддерживают, и я благодарен им за это. Но я бы хотел, чтобы и коллектив это понимал, предприятие. Или не все, все-то понимают, а отдельные лица, чтобы понимали эту проблему. Что это не только зависит от Евтушенко, это зависит в целом от города. И бюджет города это не только электротранс, к сожалению. Но мы делаем все возможное для того, чтобы электротранс был обеспечен финансово. Есть еще одна тема, которую необходимо обязательно с вами проговорить, а именно история со строительством центра отдыха детей и родителей на пересечении проспекта Мира и улицы Свиридова. Ну, собственно, вся прошлая неделя. Это было такой одной из топ-тем в городе Николаеве. Предприятие, которое арендовало 1500 метров квадратных, собственно, по указанному адресу, оно связано с вами. Постоянная депутатская комиссия не поддержала продление аренды, насколько я понимаю. Исполком отклонил. Ну, она вначале поддержала. Ну, а потом не поддержала. А потом не поддержала. Исполком отклонил выдачу градостроительных условий. Вы по-прежнему будете настаивать на строительстве? А можно я вас попрошу? Еще раз зачитайте, пожалуйста, как называется вот тот проект строительный, о котором мы сейчас будем говорить. Ну, официально он называется, я вот, собственно, и выписывал, «Центр отдыха детей и родителей». Центр отдыха детей и родителей. И смотрите, вот, таких, вот это социальный проект. Там нет никакой ни развлекаловки, там, ни там, какого-то, ну, я не знаю, пьяного заведения там, и так далее. Это центр отдыха детей и родителей. Всего лишь навсего. Социальный проект, к которому хорошо. Я шел 10 лет. Можно я поставлю такой вопрос? Вот, собственно, на исполком, когда 22 января этот вопрос выносился, туда пришел руководитель Союза Чернобыль-Украина. Да. От имени чернобыльца. Он сказал, мы категорически против. Да. Но чернобыльцы, как говорится, достойные люди. Конечно. Ну, собственно, есть эта позиция. Они ее озвучивают уже, очевидно, вот, собственно, 10 лет, про которые вы говорите. Что да. Как с этим быть? А давайте мы немножко по-другому посмотрим на это. Вот стоит стела, которую, кстати, покойный Владимир Дмитриевич Чайка попросил меня, и я участвовал в том, чтобы ее изготавливали. Я тогда был директором завода, и мы тогда финансировали этот проект, мы тогда устанавливали ее, мы ее изготавливали, эту стелу, в пожарной части на Скороходово. Я был участником этого всего, установки и так далее. Мало того, в свое время тот же покойный Чайка попросил меня, чтобы я, и не только меня, там, и других депутатов, кто-то Парка Победы там тогда шефство брал на себя, кто-то Юность парк брал, ну все парки там, депутатам он попросил, кто могли и занимались этим вопросом. Мне выделил этот парк. Я тогда, у меня была маленькая дочь. Мы ездим в Одессу, у нас в Одессе наша, так сказать, родословная. Она говорит, а почему в Одессе есть такие парки, где можно детям пойти на качели покататься в сквере, где можно на батуте попрыгать, и не только летом, но и зимой. Почему вот в Одессе есть такие, там, в Аркадии, в парке Победы, в Черемушке, на поселке Котовского тот же парк, там сквер, там тоже, по-моему, с чернобыльцами связан, с ликвидаторами, по-моему, тоже. Там тоже стоит такое же двухэтажное здание, внутри находится батут, там комнаты для размещения там, фильмов, 3D-студии, клоуны там, и так далее. И в этот батут они прыгают вниз, слетят с горки зимой, развиваются дети. Ну что в этом неправильно? У нас стоят такие батуты, вы знаете, да, в Таврии стоят, в магазинах. Когда мама приходит с продуктами, быстро летит, покупает продукты, потом быстро выбегает, и ребенок ее тащит. Идем, я попрыгаю на батуте. Почему мы не можем это сделать в сквере? То, что действительно располагает к отдыху.
И когда меня попросили помочь ликвидаторам сделать этот стелу эту, я принял участие в этом. И тогда выходил этот же самый Рубик, тогда был депутатом у нас горсовета господин Мериков Вадим Иванович, когда он просил его, чтобы он поддержал этот вопрос и принял голосование на комиссии по этому поводу. Я не хотел брать на себя этот сквер. Я не хотел его очищать. Я оттуда вывез несколько машин, там десятков машин мусора. Я нанимал людей, которые там наводили порядок в этом сквере. И тогда у нас было все согласовано. А возьмите, рядом стела стоит. А с правой стороны от стелы, если брать со стороны ингульской полиции, стоит заведение, кафетерий. В 5 метрах от этой стелы. Пиво, водка, маты, крики, шум. А что плохого, если это будут дети? Если детский смех будет раздаваться в 500 метрах от этой стелы. Не в 10 метрах пьяный бред будет, пивной. А в 500 метрах от стелы. Что в этом плохого? Мало того, этот участок земли не входит в зону этого самого сквера. Он не является частью сквера, он выведен. То есть эта полоса, она выведена отдельно. И надана на в аренду под эту застройку. И в 2016 году этот депутатский корпус, вот этот, который сегодня, он проголосовал и дал мне разрешение на проектирование и на строительство. Есть решение сессии. В 2016 году я нарушил закон. Я не презентовал это. Я прошел слушания общественные. Я прошел градостроительный, не я, а представители этой фирмы. Мы прошли градостроительный совет. Мы показали, что это центр отдыха. Не разваги, как пишут, как заявляют. Не развлекательный центр, а отдыха родителей и детей. Детей и родителей. То есть он предусматривает себе именно этот проект. Сегодня в городе ничего подобного нету. Разве мы не думаем о будущем? Разве мы не благодарны этим чернобыльцам, которые дали нам это будущее? Дали этот детский смех. Право смеяться. Что в этом плохого? Почему мы так огульно это все заявляем? Потому что кто-то хочет на этом напиариться. А кто спросил у этих бабушек, которые ходят с этими внуками, внучками, на эти... Мы 4 года презентуем это место батутами этими самыми. То есть мы говорим, вот это будет так. Никак не по-другому. Мне уже начинают рассказывать, я уже кому-то продал, я уже кому-то передал. Уже какую-то спекуляцию проводят. Ну, это вообще некрасиво. Ну, если я действительно что-то нарушил в законе, что-то сделал не так, пожалуйста, противозаконно, накажите меня за это или лишите меня этого права. Но я не нарушил. Я обратился, сессия рассмотрела, дала повод, дала возможность. Хорошо, что планируете дальше делать? Судебное разбирательство, тяжбы? Я хочу, чтобы все-таки члены исполкома услышали меня и приняли другое решение. Как по процедуре может быть вынесено это? Ну и смотрите, четверо проголосовали против, двое за и 10 воздержались. Ну, по-моему, просто так. Потому что люди не поняли, о чем речь идет. Ну, что на себя взяли функции, мы вот кого-то, так вот, знаете, обзывать. Кого-то там наказывать таким образом. Ну, я считаю, мы не должны этого делать. Давайте разберемся вначале, а потом примем решение. Если мне скажут, что я что-то нарушил, еще раз говорю, или те, кто хочет там это построить, я себя астрадирую от этого, потому что я сегодня не являюсь, я передал права правления другому человеку. Я не являюсь сегодня учредителем, да, Глобус Плюс. Я передал свои права. Поэтому я считаю, давайте сначала разберемся. Давайте посмотрим, как с правовой стороны. Давайте послушаем этих людей, в конце концов, если вы считаете, что там что-то не так. Почему мы так огульно говорим? Я знаю, как эти слушания проводились или как они не проводились. Ну почему? Ну разве это для детей? Это помешает для их развития? Разве то, что они сидят в этих, извините, джойстиках или там в этих компьютерах, это лучше? А если будет на горке кататься, это что, плохо? А если будет рядом с ними клоун работать, там, смеяться, веселить детей, и это будет праздник, либо день рождения ребенка? Ну что в этом плохого? Я просто хочу понять, вот, что я сделал не так. Тем, что я этот проект проектировал. Я вообще в городе что-то создал такое, что мне могут сказать, что это ты сделал, и вот смотри, что ты сделал. Назовите мне хоть один такой вопрос. Я не оппонент ваш, Владимир Юрьевич, просто эта тема на слуху. Вы человек, с которым, собственно, так или иначе, сейчас в общественном сознании вся эта история связана. Вот, собственно, и все. Виталик, смотрите, я ж хотел бы, чтобы меня вызвали на суд на какой-то.
и спросили то же самое, что вы меня спросили. И я отвечу точно так же, как и вам ответил. Я не вижу в этом проекте ничего противоестественного. Это все социальное. Нет здесь ничего такого. Есть проект. Я же говорю, у меня градостроительный совет чистил его там. Вот это корректировал, вот это переделал. Мы все сделали, как они просили. В том виде, как они это видят. Мало того, земля это не входит в сквер чернобыльцев. Я не хочу сегодня раздавать плохие слова в адрес тех, кто об этом говорит не так. Я хочу этих людей, которые говорят не так, прийти и сознательно отнестись к этому вопросу. И еще раз послушать. Может быть, вы все-таки не понимаете чего-то. Может быть, говорите не о том. Может, вы видите это по-своему. Или хотите чего-то другого от меня. А ко мне приходили тоже такие ходоки, говорили, а давай по-другому это сделаем. Но я хочу сделать это то, что я хочу сделать. Чтобы это было. Я своей дочке скажу, смотри, я сделал, правда, ей уже 16 лет. Она уже не будет прыгать на этом батуте. Но я скажу, видишь, я все равно сделал это спустя 10 лет. Разве это плохо? А по вопросу нашего, который мы с вами начали разговор, мне очень хочется увидеть и новые троллейбусы на дорогах нашего города. Мало того, я мэру еще подхожу и говорю, вот мы на депутатской комиссии, я просто закончу, это, мне это очень, очень важно для меня. Это очень действительно важно. Сегодня в городе у нас нет транспортной стратегии. Мы же это признаем все, да? У нас просто каламбур. Люди сегодня не понимают, как это может трамвай подъехать вовремя на остановку. Я когда им сейчас это презентую, они все немножко, так сказать, в шоке. Они не понимают, как это такое может быть, чтобы трамвай вовремя приехал на остановку. Или как такое может быть, чтобы троллейбус вовремя приехал на остановку. Я говорю, мы на депутатской комиссии в 2016 году это декларировали. Мы говорим о том, что давайте с центра города уберем все, как вот в Кишиневе. Строится микрорайон, и туда поехал троллейбус. Без подключения, а как электродобус поехал. И там строятся дома. И если раньше, вот эти предприниматели, я не закончил, мы с вами говорили об Кишиневе, да? Если раньше предприниматели строили квартиры или не могли реально реализовать эти квартиры, то после того, когда поехали туда троллейбусы, поехали, эти квартиры стали быстренько распродаваться. Быстренько. То есть людям это подходит. Люди знают, что это стабильно, электротранспорт, это муниципальный транспорт города. И люди относятся к этому с доверием. Больше, чем к той маршрутке, которая летает, извините меня, на ходу двери открывается или колеса отваливаются. Люди больше доверяют муниципальному транспорту. И сегодня, если вот мэр там еще говорил о том, что он договорился с ЕИБом по поводу 50 автобусов дополнительно к тем 23, что получили, и пустить их тоже на дорогах города. Я думаю, что мы обязательно рассмотрим этот вопрос на комиссии, обязательно будем думать о том, как решить этот вопрос. Это дополнительная нагрузка финансовая на город, для того, чтобы это было. Ну, нужно уходить от этих вот маршруток, от этих вот, извините меня, как вам сказать, не совсем добросовестных услуг, которые мы сегодня даем людям. Нужно это завершать. Другие города уже все давно с этим покончили. В Виннице, например, ездит только муниципальный транспорт. Электротранспорт и муниципальный транспорт. Все. Причем это все на базе электротранса. В Ивано-Франковске точно такая же картина. Во Львове точно такая же картина. Электротранс снабжает город необходимым количеством трамваев и троллейбусов. И это хорошо, люди привыкли к этому. Центр города спокоен, нету столько машин, нету такого движения, как у нас, нету разбитых дорог, как у нас. Покажите мне, в каком городе есть грузовики, ездят фуры по центру города? Кроме Николаева, наверное, нигде нет такого. А как ты запретишь ездить в Небулон, если он должен проехать через центр города? Ну, не только Небулон. Ну, и не только Небулон. Мы гордимся нашей, собственно, морской инфраструктурой. Морской инфраструктурой, да. Вот надо это все упорядочить, чтобы каждому было свое, каждый знал свое место. Тогда будет точно порядок. Поэтому, если мы сейчас получим эти троллейбусы, я поставил этот вопрос уже на комиссии депутатской и перед мэром города, мы будем осваивать центр, и проспект будет ходить троллейбус, и, допустим, муниципальные автобусы, которые по странце, и люди будут спокойны, и электротранс, и муниципальный этот по странце будут зарабатывать, не только с бюджета тянуть деньги, а и сами будут зарабатывать их, и будут содержаться, и будет зарплата, и так далее.
Не раздавать направо. Представляете, если сейчас 700 маршрутов только в день выходит на линию, сколько денег они выбирают? Так отдайте это Мельсотрансу, отдайте это муниципальному транспорту, Посттранс. И это упростит проблему бюджетную. С надеждой на лучшее. Володимир Євтушенко, депутат Миколаївської міської ради та директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Будьте нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів. Спасибо. До побачення.